Привет, с вами Сергей Кулеш, Hotline Video и необычный Android-аппарат Acer Iconia Smart. Максимальный для класса умных телефонов размер экрана в 4,3 дюйма новинка превысила на целых полдюйма, превратившись то ли в самый длинный смартфон, то ли в очень узкий планшет. Экран с диагональю 4,8 дюйма и разрешением 480 на 1024 точки прикрыт защитным стеклом. Над дисплеем расположена разговорной динамики фронтальная камера, под ним одна тонкая и длинная аппаратная клавиша с четырьмя зонами нажатия. Используется обычная TFT-матрица с довольно яркой цветовой гаммой, но не слишком широкими углами обзора. Основа корпуса почти целиком выполнена из металла, пластиковые заглушки на торцах прикрывают антенны беспроводных модулей и отсек для аккумулятора. Слоты для SIM и microSD-карт скрыты под батареей емкостью 5,5 Вт-час, заменить карту памяти по-горячему не получится. Спинка смартфона скругляется к краям, а боковина наклоняется в сторону экрана, формируя характерный для линейки Iconia профиль. На украшенной волнистыми линиями задней панели расположена акустика Dolby Mobile, 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и выпуклый логотип компании. На нижнем торце находится микрофон, на верхнем – кнопка включения и разъем для наушников. На левой боковине под единой заглушкой расположены разъемы microHDMI и microUSB. На правой – качелька регулировки громкости и клавиша камеры. Качество сборки смартфона на хорошем уровне, люфтов и зазоров между панелями не замечено. Первый вопрос, который возникает при взгляде на Acer Iconia Smart – насколько удобно пользоваться настолько массивным аппаратом? Отвечаем. Самое необычное в дизайне Acer Iconia Smart – сверхширокоформатные пропорции. Это даже не 16:9, а почти кинематографические 21:9. Дополнительные полдюйма ушли в рост смартфона, сохранив удобную для хвата ширину корпуса, что не может не радовать. На фоне своих собратьев Smart и выглядит, и весит весьма солидно. Обладателям миниатюрных рук справиться с ним будет нелегко. Поместить аппарат в задний карман целиком также получится не у всех. В режиме звонка особых трудностей не возникает, надо лишь привыкнуть к новому положению разговорного динамика. К слову, качество его звучания на приличном уровне. А вот попытка управлять смартфоном одной рукой требует определенной ловкости, так как при стандартном хвате палец не дотягивается до верхней части экрана, а при среднем – до аппаратных клавиш. Именно поэтому самый удобный способ эксплуатации – горизонтальный а-ля Sony PSP, при котором оба больших пальца покрывают всю площадь экрана, позволяя легко использовать мультитач и кнопки. В этом режиме удобнее всего набирать текст и заниматься браузингом, используя вертикальное положение лишь для предпросмотра странички. Но все же основное предназначение такого экрана – мультимедийное. Предустановленный NemoPlayer легко справляется с роликами в MP4 и AV формате, а вот МКВ оказалось ему не по зубам. Для того, чтобы по максимуму использовать площадь экрана, вам придется искать контент с соотношением сторон 21:9, так как стандартное и наиболее распространенное видео 16:9 плеер растягивать не умеет. Также отметим, что непривычно высокое разрешение в 480 на 1024 точки распознают далеко не все приложения, отрисовываясь в верхней или средней части экрана и не используя оставшуюся площадь. Acer Iconia Smart основан на гигагерцовом процессоре от Qualcomm, оснащен 0,5 ГБ оперативной памяти и флеш-хранилищем на 8 ГБ. Работает смартфон под управлением Android OS 2.3, дополненной фирменной оболочкой Acer UE. Соответственно, производительность аппарата на хорошем уровне, особых подтормаживаний при активной работе не наблюдается. На уровне и вторичной функциональности смартфон располагает поддержкой практически всех актуальных технологий. Оболочка Acer UE весьма неплоха, нововведения начинаются уже с экранов блокировки. Во-первых, их сразу 3 штуки, на каждый из которых можно вынести нужный виджет, например, активную даже в режиме блокировки музыкальную панель, которая меняет обои на обложку альбома. Во-вторых, разблокировка осуществляется симпатично анимированным переворачиванием страницы. По умолчанию доступно 7 рабочих столов и панель с 4 пиктограммами, потянув за которую вы попадаете в список приложений. Существенно расширена и система уведомлений, разделенная на 5 вкладок с раскрывающимися пунктами. Основная 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой позволяет снимать фото с максимальным разрешением в 3264 на 2448 точек и записывать видео с разрешением 1280 на 720 точек. Количество настроек и качество съемки на весьма неплохом для смартфона уровне. Характеристики фронтальной 2-мегапиксельной камеры заметно скромнее, впрочем, для видеосвязи их вполне достаточно. И напоследок отметим, что при разумном использовании функции аппарата от полного заряда аккумулятора он способен проработать целый день. Acer Iconia Smart – сверхдлинный смартфон с почти 5-дюймовым экраном, который выступает основным источником его достоинств и недостатков. Оригинальный и запоминающийся продукт для мультимедийного и имиджевого использования, не самый удобный в роли собственного телефона.